Накануне на международной выставке в форуме «Россия» день был посвящен системе образования, где Карачаево-Черкесия стала активной участницей. На площадке экспозиции для гостей была подготовлена программа с различными мастер-классами, которые провели наши талантливые преподаватели. Выставка макетов сельхозтехники, учебников и учебных пособий на родных языках народов Карачаево-Черкесии, викторины о туристических достопримечательностях региона. Посетители с большим удовольствием шили, лепили, рисовали, мастерили подарочные наборы для участников СВО и давали интервью юным журналистам студии школьного телевидения республики. Почетным гостем стенда Карачаево-Черкесии стал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он оценил подарочные наборы для участников специальной военной операции, которые мастерили дети и взрослые посетители экспозиции республики своими руками. В ближайшее время подарки с пожеланиями и личными принадлежностями отправляются бойцам из Карачаево-Черкесии, сказал глава республики Рашид Тимрезов.